Сам. Шестнадцать лучших команд сразятся за честь и овации. Потрясающее описание турнира. Зачем призовой? Верно. И поэтому пока что только честь и овации, точной суммы еще никто назвать не может. Отлично, ребята, героев распикали, Alliance ready, пауза пока что какая-то стоит. Лоды спрашивает, что за пауза. Тим Тинкер, Бульба, Джейсон, Синг-Синг, Койква и Лот. Лот, я так понимаю, и Райс все-таки, насколько мне сейчас написали. Бульба на огре, Джейсон Тайтхантер в сложный, Синг-Синг в мидлейне, Эмбер Спирит, Койква, фармящая медуза. И на аппарате будет у нас играть товарищ Райс. Так, здесь страна Alliance. Лода, Тролль Варлорд, Аки, Скайбрас Мейдж, Патата, Фейслис Войд, Майнац, Леон и Нико Инвокер. Ну, очень интересно, кстати, посмотреть за Никой и Патата. Потрясающий никнейм. Как отыграют ребятки? Отправляется Alliance сейчас в собственные леса, и никого здесь абсолютно не находят, потому что Tidehunter уже сбегали с Бульбой. Вардик тыкнули и спокойненько ушли обратно. Alliance просто даже не подозревает пока что этого. Хотя, естественно, будут сейчас тыкать куда-то в центре. Попикал Огр, говорит, друзья, там вард, нужно быть немножечко аккуратней. Да хотя, в принципе, такой же полезный вард. Лода, фармящий тролль варлорд. Посмотрим, что у нас действительно здесь Лода нафармит. Я как понимаю, у Лоды задача в первую очередь включать батл транс вовремя и тепорами в хроносферу накидывать. Вместе с Фейслис Войдом. Синг-Синг отправляется все-таки фармить на Эмбере, а не в мидлейн. И Койква пойдет у нас в мидлейн на Медузе. Довольно странное решение. Но хотя, в принципе, стоит Инвокер. И Койква, естественно, с Мистик Снейком будет там абсолютно все выжигать. Аке уже начинает голубями разминать Койкву. Так, что насчет FPS-а? Я думаю, как раз-таки через минутку я еще проверю, что к чему на стриме. Потому что если FPS очень маленький, это плохо. Джейсон получает здесь от Майнаца с Лодой. Так, довольно неплохо. Закидали, конечно, Тайдхантер. А Тайдхантер 4 тангуса всего лишь имеет. Пошел, естественно, сразу же отхиливаться. Будет сейчас тараканить себе сальву. Ну а Войд пол уровня взял, в принципе, еще даже не просел, здесь есть сальва, также есть 4 тангусика, в принципе, Войд живет. Но вот придет Ancient Operation, и, возможно, у Войда будут некие проблемы, если замерзнет до таймвелка. На контроле здесь хватает, как бы будут потом колокольчики, есть стан, есть игнайт, есть cold feed, и проблемы у Войда действительно могут быть. Ой-ой-ой, как много крипов. Так, ну что ж, 9 крипов Медуза и 5 крипов только Нико на Инвокере. Хотя экзортовый Инвокер, в принципе, это фармить тоже должно быть не так уж и трудно. Патата. Рунку не забрал сейчас, но... выжил, это самое главное. Пытались, естественно, как-то саппорты там его пробить, прохарасить. Постоянно Ancient Operation у нас находится на отводах. Что-то здесь стакает.
Два оранжевых крипа, это уже все очень плохо. Так, все, пойду я, пожалуй, посмотрю ФПС. Джейсон. Немножечко сейчас Найтхантер загуливает. Ну, естественно, здесь у нас потайной проход сделали, и дерево грызть надо. Да, пишут мне сейчас то, что с FPS действительно какие-то проблемы. Да, как фиксить, я пока что не придумал. Ну, я думаю, то, что я как-нибудь пофикшу. Сейчас, в принципе, я сам стримчик включу. Так вот, в окошке посмотрю, что к чему. Койк вам по-прежнему здесь фармит в мидлейне и довольно-таки неплохо. 19 крипов, Лота тоже 19 крипов, и Синг-Синг пока что обгоняет инвокера, если брать, да, вот этих вот четырех фармящих героев на Джейсона. Вышли хорошо голубями здесь забивать, санстрайк также в Джейсона падает, нужно больше дэмэджа, и выживает Джейсон, хотя Лота... Можно было еще один топорик там впилить, но пожалел немножечко Лота. Решили отойти обратно. Аки действительно на полтиннике просто уходит обратно. Также хорошный майнац. Ну, Лода тангусом, естественно, пьеса. Ему сейчас сальву еще даже залил майнац. Найтхантер не решил идти на базу, решил просто съесть сальву. А мне кажется, вместо сальвы можно было сходить на базу и прилететь с телепорта. Было бы немножко побыстрее, но хотя кто знает, он уже здесь. Так, пока что ребятки фармят очень хорошо, что одни, что вторые. Ну и в принципе никто влезть-то особо не хочет, да, вот сейчас была какая-то вылазка на Найтхантера, но просто он занаглел, оказался аж вот здесь вот, и... Как раз таки на месте был Skywars Mage, есть Concussive Shot, есть Голубь. В принципе, что еще нужно, чтобы цеплять и вносить там кое-какой дэмэдж. Второй уровень, конечно, это очень плохо. Так, Медуза здесь уже шестая, у Медузы 30 крипов. У инвокера всего лишь двадцаточка сейчас есть, и да, по чуть-чуть сливает все-таки линию сейчас Никова. Я думаю, на графиках это слегка заметно. Есть 300 золота. Понятное дело, то, что это все копейки, но для Медузы, любой буст для Медузы, это просто процент к победе. Конечно, Operation тоже третий уровень сейчас имеет. Естественно, до ультимейта еще ждать и ждать и ждать и ждать. Как-то получал экспириенс на отводах. Но все же, мне кажется, стоит оставлять аппарата минуте так к 10 одного на линии, чтобы получил он там 6 левел. Войд. Войд у нас четвертый. Естественно, у Войда всего лишь 3 крипа, никто ему здесь пофармить не даст, и в принципе, пока что шансов у Войда крайне мало, но не будем забывать то, что есть Battle Trance, не будем забывать то, что есть Sunstrike у инвокера, кстати, это, скорее всего, у нас будет экзортовый. Нет, что? Что происходит с этим инвокером? Квасы пока что в троечку вкачал Никова. Да, ну и, естественно, будет там Леон с пальцем, Skywars Mage с Мистик Флэром, и вдвоем за хроносферу, ну, то есть любой из героев, в принципе, с Войдом убивает. Медасик у Медузы, все очень правильно сейчас делает Койкова, раз его никто не атакует, почему бы и не Медас, почему бы и не фармить. Лода. Что у нас у Лоды? Лода фейза Аквила и начинает
накидывать здесь немножечко по вышке, пару раз стрельнул. Ну, это, в принципе, все, на что способен Лода пока что. Семь минут. 7:30. Нет ферстблада. Ну, действительно аккуратничает. Хотя на Бульбу выход. Хорошо. Пошел слоу. Бульбу попал. Конкассив шот. Очень сильно сейчас пробивает Бульбу. И, естественно, это ферстблад для команды Alliance. И выжить просто было невозможно здесь. Инвизик сейчас забирает себе Skyward Smash. Кстати, можно выходить в мидлейн. Можно выходить в мидлейн. Желательно с Майнацем, естественно. Вдвоем навряд ли забреет эту медузу. Хотя там маны не так уж много. И Мидас у Койквы. Да, он не сильный. Стонгейза не имеется. Варианты как бы были хотя бы очень сильными прохарасить здесь. Но... отправил Саки обратно на линию. Кстати, и Пульпа ты сейчас вновь сюда подошел. Бульба что-то бегает, кого-то здесь вынюхивает, выискивает, но, естественно, не видит Skyros Mage. Подпушивает сейчас линию Лода. И можно будет во второй раз убивать. Хорошо, зашли на Бульбу. Concussive Shot не попадает. Но и так убили. Действительно, Эмбер прилетел хорошо, разобрался с Леоном. В погоню за Лодой. Челинг-тачи сейчас намотали на Синг-Синга. Синг-Синг нереально больно рубит. Хроносферка. Аки просто догорел сейчас. Флейм-Гуарда. Синг-Синг. Неужели умрет? Да, умирает нас Синг-Синг. Аки. Так. Лод у нас убегает. На стах и пах. Майнац. Почему вообще сказал Аки? Я не знаю. Что-то я сейчас перепутал немножечко Лоду, Саки, Аки здесь вообще нету. Майнац, 5-й уровень. Майнацу нужен палец. Как можно быстрее палец и прям всаживать в лоб аппарату. Войд. Ну, Войд, в принципе, за хроносферку сейчас получил здесь ассист. Убил, правда, собственного... Скаймага. Аки забирает руну иллюзий. Так, ну и отправляется обратно на нижнюю линию. Кстати, здесь вышка практически сломана. Естественно, сейчас Лота будет ее добивать. Есть батл тренд на всякий случай. Глифа у ребят не имеется. Вышка падает 100%. И вышка за Alliance. Отлично. Вот здесь у Alliance, кстати, вышка еще целая. Медасик появился у инвокера. Тайтхантер. Ну, выформил себе сейчас уже арканы. До даггера, понятное дело, еще очень долго. И придется терпеть, придется... Это даже ревейджа еще нету. Какой даггер? Ой-ой-ой. Ancient Operation, 5,5 левел. Аккуратненько стоит в мидлейне на экспириенсе. Да, первая задача сейчас получить 6-й левел просто аппарату и стараться опять же с каким-нибудь Эмбер Спиритом или с каким-нибудь Огром ловить тоненький героев Alliance, ловить какого-нибудь Skyros Mage, Леона и мгновение ока стирать их с карты. 3-2 пока что выигрывает Альянс, 71 крип у Лоды, 70, ну, два уже крипа также у Койквы. Медуза тоже действительно очень хорошо фармит. Сейчас Койква бегает просто по лесам. Есть ПТ, есть Аквилл, Грейжины стихи. Эмбер с даггером. Вот это вот, кстати, довольно интересно. Синг-Синг, дружище. Ты уверен в своем даггере? Все-таки, мне кажется, можно было бы купить барабан. И было бы это чуть-чуть пополезней. В смоках сейчас Бульба Синг-Сингом. Будут, скорее всего, выходить на Skyros Mage. Вардик тыкнули.
Видит прекрасно всех. Ветра, ЕМП, отлично, связал колокольчиками сейчас инвокера, пытается пробить, сайленс, очень много дэмэджа должно влетать в Синг-Синга, если бы не флейм-гуард. Джейсон пытался подойти, бесполезно, фиксанули, есть ревейдж, есть ревейдж. Голубь, бежать, 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 ну естественно, там Джейсон у нас выживает. Ну что ж, айсбласт куда-то тоже влетел вот в эту вот область, в принципе, не столь он полезный был. И как-то драка без потерь сейчас закончилась, но вот это вот даггера на Синг-Синге, мне кажется, лишним. Альянс, собрались в мидлейне, напрягают вышечку. Есть глиф у Team Tinker. Есть глиф, естественно, будут как-то стараться сейчас, скорее всего, донаить. Глиф. Достаточно рано. Айсбласт. Потрясающий айсбласт. Хорошо влетел Синг-Синг. Всех связал. Аки просто догорит сейчас. Аки уже мертв. Никво уходит. Или Аки выжил. Аки выжил. Нужно было, наверное, разочек его еще ударить сейчас на месте Эмбера, но... Эмбер, походу, думал так же. То, что догорит там Аки... Не все так просто, в принципе... Врыв был потрясающий. Влетел с даггера Эмбер, всех связал и флеймгуардом там нажигал вместе, естественно, с айсбластом. Да, довольно неприятно. Без свистов пока что Эмбер вообще у нас находится. Айсбласт полетел на базу, попадает в майнатса, майнатс просто фуловый и постоит здесь на 10 секунд побольше. Тут все спамят, то что фейсли сводит нас по Тейта, а не по Тата. Да в принципе, на самом деле, это без разницы. Лоду поймали. Естественно, Лоду умирает без каких-либо вообще шансов. Но очень долго потерпел сейчас этот тролль. Там Лода, в принципе, тоже довольно плотно. Есть Сенш и... Как бы чувствовалось то, что терпеть он может, но когда его бьют 4 героя здесь со всех сторон и ломом рубят лодкой там или что, у него в руке гарпун какой-то, довольно трудно выжить. Графики. 1500 золота были для Alliance, сейчас это все упало. 500 золота. Давайте-ка мы включим уже Netwars, Медуза, 7600. И у Медузы все действительно очень хорошо. 0-0-0, 110 крипосов есть, есть Мидас. Потрясающе. Очень быстро сейчас сбрил Синг-Синг Скайврас Мейджа. Без каких-либо проблем. Здесь зацепили все-таки аппарата. Аппарат умирает просто с пальца здесь от Леона. Да, конечно, Майнат сейчас дэмэджа вносит... Очень много. Зацепили Джейсона на ветрах. Хорошо, бежать дальше. Фиксануть Тайтхантера. Не зацепил Майнат станом. И решили Алайенс развернуться. Есть даггер у Тайтхантера. Лода, опять же, отправляется на нижнюю линию, фармливать себе здесь Сашу Яшу. Да, в принципе, у него довольно неплохо это все получается, никто ему здесь не мешает. Хотя Синг-Синг в смоках как раз-таки сейчас в сторону тролля. Здесь Майнац в кустиках. Синг-Синг. Нашел Леона, очень больно Леону, и Майнац погибает. Просто погибает. Синг-Синг потрясающе сейчас все сделал. И связал. И флейм-гуарда ножок. И реминантом также внес дэмэдж. Зацепили теперь Лоду. Синг-Синг. А дагер-то работает. Айсбласт влетел. Лода будет ли умирать? Да. Здесь не потратил сейчас Джейсон Рэвидж. Хотя можно было бы, мне кажется, дать только гаш. И просто ручками там заколотить. Но решил Джейсон немножечко по-другому.
Довольно неплохо сейчас получили XP Team Tinker. Да, 3000 ребята уже начинают вести. И в золоте также, понятное дело, ребята выигрывают. Сейчас еще вышку здесь наломаю, два саппорта. Есть у аппарата Point Booster. Бульба впитывает. Майнац. Проблемы небольшие сейчас у Майнаца. Пальца нет, еще 25 секунд. Размансил здесь немножко Леон. Леон не замерз. Да, и спокойненько Леон отсюда у нас убегает. Хотя, Синг-Синг. Господи, что ж ты делаешь, Синг-Синг? Очень жестко сейчас потеет этот Синг-Синг. Проблемы на развороте. Лода просто там кулачками его забил сейчас под Батл Трансом и Алакрити. Бульба кастует телепорт. Лода его даже ни разу не ударил. Можно было надеяться на какой-то баш. Если бы хоть там немножко успел побить бы его. Леон, 120 хп. Все-таки выжил. Синг-Синг, конечно... Может убивать, но нужно быть слегка поаккуратнее и лезть под тир-2 таур. Это уж конкретная наглость. ПТМом у Войда, 18-я минута, но Войд со сложной. Хорошо, койкву нужен Мистик Флэр. Мистик Флэр по койкве, Сайленс также дали. Просто невозможно пробить койку, какой же жесткий. Всю ману выжгли, Стонгейза не будет, койква отправляется в таверну. Аки, намочили здесь немножко гашем. Ну, Майнац, естественно, подсейвил бы, если что, станом Хиксом, поэтому спокойненько просто Alliance отсюда уходит. Медуза убивает, все правильно. Так, инвокер у нас уже с Орчином. Здесь в макшены Векс, и... В принципе-то, это опять же правильно, и нужно выжигать ману Медузе. Да, начинал он с Экзорта, думал я про какие-то там санстрайки в хроносферу, ну а потом, если подумать немножко глобальней, то без... ЕМП против Медузы драться, ну, невозможно. Леон. Два нулика, грэжные стики, Tranquil Boots. Все очень прекрасно у этого Леона. Скорость мейджа, в принципе, Затар точно такой же. Аппарат. Сейчас с огнем просто играет аппарат. Поставил здесь вардик, хорошо, и кастует отсюда телепорт. Лода. Дофармил себе Сеншин Яшу, и в принципе можно драться. Нужно БКБ и можно драться. Все фармят, все чем-то заняты, все что-то пытаются выфармить. Кстати, что насчет вообще фарма? Почему все перестали делать такую вещь? Ну и как все, почему Na'Vi перестали делать такую вещь? Na'Vi постоянно, когда был какой-то герокоптер или похожий герой, который может фармить очень-очень много, то есть, да, стакать просто... перестали стакать здесь штучки 3, здесь штучки 3... Постоянно я видел, когда еще ФНГ там был, ФНГ Ванскор, постоянно ребята стакли лес и постоянно фармил Дэнди, постоянно фармил хвост. И в итоге за минут 15 ребята выфармливали огромное количество золота. И просто из-за того, что хвост приходил с отпушенной собой линии вот сюда и выфармивал здесь, ну просто там тысячу-полторы. Ну может не полторы, но в районе тысячи. Ну реально, обузить свой лес, нужно и эншенты своих нужно обузить. В принципе, саппортом пока что все равно делать нечего. Вот сейчас, конечно, есть какая-то вылазка от Alliance, так, почему бы и нет? Эмбер улетел просто на свой реминант, все очень хорошо. Пойдет сейчас немножко маны отрегенит, вернется на свой реминант. Так, у Эмбера, кстати, практически БФ есть. Не удалась вылазка от Alliance.
Лода. Пришла опять же немножечко, конечно, пофармить. Нужно что-то делать с саппортом, что-то интересное. Кстати, у Майната сейчас будут огромные проблемы. Инвизик законтролил. Ой-ой-ой, не удалось. Просто не удалось. Майнац убегает в сторону. Хотя, в принципе, ганг был очень хороший. Естественно, если бы не инвиз, умирал бы 100% этот Леон. Койква. Прилетел здесь немножечко вышку свою отдефить. Если говорить вообще о этом чемпионате на Азии, в этом мини-интернешнл, допустим, те же самые Cloud9, как по мне, ребятам, ну, ничего не светит, потому что играли в американских квалификациях, все так жестко стали на Cloud9, то, что ой-ой-ой, C9, C9 могут, C9 умеют, C9 там просто 90% рарочек и аркан заливали на C9, и Fire... В принципе, вообще там никто не считал за фаворитов. Ну и в итоге Envy своими тиммейтами чуть ли там не отлетел. От Fire сыграли ребята 3-2, это было позапрошлой ночью. Ну нет, если не считать это, то да, естественно, прошлый. И как-то я не уверен в силах Cloud9 вообще. Мне очень не понравилась там игра Envy на этом Кускаре, пики вот эти вот Envy, Майнац. Зацепил сейчас его Синг-Синг, палец во флеймгуард, Синг-Синг просто не почувствовал. Здесь Лода порычал, Синг-Синг очень сильно испугал. Бульба. Начинает харасить, красив шот на развороте, Тайдхантер влетел, Сайленс, Аки просто царюга, как вовремя сейчас нажал кнопку. Ой-ой-ой, вот эта реакция. Тейт с даблдэмэджем зашел с момчиком рубить Рошана. И, в принципе, Лот ему также помогает. Хорошо, а Егис у Альянс есть. Таки пошел, сейчас заберет себе просто лишний скролл, правильно. И дальше фары. Давайте-ка посмотрим графики, что у нас вообще по графикам. 3500 Альянс выигрывают и... Ну, такой камбэк по XP, камбэк, в принципе, небольшой по золоту, как-то довольно странно все сейчас происходит у Альянса с Team Tinker. Да, 3000, конечно, это никакой там, никакой не преимущество на 25-й минуте, но все же в команде Void, в команде Тролль нереальные нужны артефакты, и те же самые 3000, это, ну вот, молнии Войда, допустим. Так что здесь решает просто каждая соточка золота. Синг-синг. Все выфармливают. Синг-синга есть БФ. Фейзы, ботл, даггер, БФ. Войд 002, 1000 золота, кстати, уже появилось сверху. Можно теперь БКБ какое-нибудь интересное собирать. Да, БКБ, конечно, от Стоунгейза не поможет. То есть, если брать минуту 50-ю, Эмбер с Медузы разваливать будут все равно, в любом случае. Но БКБ здесь нужно. Да, у тролля уже появилось БКБ, вот так вот. Тролль... 1500 хп, это, кстати, еще пока что без БКБ, можно, да, выложить просто себе стик. 1700, потрясающе, очень плотный лода. Так, ребята сейчас отправились в чужие леса, все это прекрасно было видно. Нет никого абсолютно в лесах, хоть Team Tinker. Синг-синг начинает наглеть в мидлейне. Да, развели сейчас, в принципе, Альянс. Есть потрясающий здесь вард. Все видно, и можно сплетить. Team Tinker перетягивается на нижнюю линию. Фармливает сейчас весь чужой лес. Альянс в погоню. В свои леса. Ну, естественно, весь лес выформили линию. Также отфармили, и ребята просто уходят, кто с телепортов, кто на своих двух.
все разбегаются по карте. 4000 золота. Альянс. По-прежнему, кстати, Койкова в топе по нетворсу. 14 тысяч имеется. Есть практически мантастайл. Мидас — вещь слишком классная, если ты не умираешь. Точно, здесь же еще и пульба со своим бластом. Лода с батл тренса. Пол вышки, кстати, сейчас уже пробил. Хорошо. Тахру практически упал, снова Battle Trends, и в принципе Team Tinker ничего с этим поделать не могут. Нужен Синг-Синг, нужен Nice Blast. А Синг-Синг у нас на верхней линии. Также пытается здесь забрать вышку, вышка-то вкаленная, и глифа нету, Синг-Синг. Таур заберет. Ну и Лоду тоже добил вышку, Мистик Снейк попал. Ой-ой-ой, чуть ли не умер. Есть Аегис, я, конечно, все понимаю, но не стоит так рисковать. Дабл дэмэдж в баночке и отходит. Отходит Alliance. Team Tinker драться не хотят. Просто не хотят. Разменивают тир 2 на тир 1. Что-то там стараются как-то сделать по чуть-чуть. Но каких-либо драк, ребят, сейчас не происходит. Лода потерял здесь Аегис, я так понимаю, от рук Синг-Синга. Да, можно посмотреть. Skyros Mage добивает сейчас свою вышечку в мидлейне. Хорошо. Что по графикам? Графики 3,5 теперь. Но Альянс по чуть-чуть падают. Экспириенс вообще в ноль ушел. Войд. Есть Мифрилхаймер. 600 золота сверху. Я так понимаю, это выход в БКБ. Все очень правильно. Аппарата получает не так уж и охота, и рейвиджи, само собой, и куча станов. До Рошана чуть меньше 6 минут. Очень долго еще до Рошана. Лода с даггером. Лоды все прекрасно, Лода фармит. И нужно убивать Койку, нужно убивать Койку, иначе Койка убьет всех. Койква... 270 крипов. Медуза под блубластом. Больно дерущаяся медуза. Так, ну и что ж, отправляется Team Tinker на свою базу. Что-то здесь Team Tinker заподозрили. Ну, был вард в мидлейне и... Увидели сейчас смог от Alliance, просто зашли к тебе под тир 3 вышку. Драка, драка, очень хорошо. Медузу фокусят, Джейсон, отличный ревидж. Айсбласт также залетает по трем героям, по двум. Лота прожал БКП. Стонгейс, Нико замерзнет. Потейта ворвался, минус Синг-Синг. Синг-Синга сбрила просто моментально. Бульба тоже страдает. Чиллинг-тачи намотали. И Войд без таймвелка. Таймвелк. Катился. Хорошо, просто упрыгнул, кастует телепорт. Один в один. Сейчас произошла драка. Ну что ж, очень на самом деле интересный был файт. Правда, разменяли Синг-Синга на Леона. Это не в пользу Team Tinker однозначно. Да, там с трудами просто выжил тролль. С трудами... Выжил инвокер, если бы его, естественно, зацепили, он бы умер, так как не было БКБ. Тролль-то убегал на всех парах. Team Tinker драться могут, но Медуза получает крайне много. Медуза получает ветра, Медуза получает торчит сверху. Линку, естественно, там пробивает каким-нибудь станом или хиксом, вообще без разницы. Просто вешается орчит, и Койква бесполезно стоит в радиусе ЕМП. Не может прожать Стонгейс, а когда уже Стонгейс прожимает, или маны нету, или все разбежались. Медуза. Появился еще один ультимейт орб. Понятное дело, это у нас будет Скади. Так, Огр здесь выгоним выходит. Естественно, аппарат выходит, нас тоже выгоним. Но...
Долговато, долговато, да, гонимо. Войд. 300 золота осталось до БКБ. Лода, появился уже доминатор. Подпушивает сейчас Лода. Т2 на нижней линии вместе с Войдом. Здесь, да и в принципе вообще вся команда Alliance, Ice Blast. Залетает по одному Лоде. Не обращает внимания, абсолютно тролль. Говорит, ребят, что это вообще сейчас было такое? Ice Blast? Да не. Сломал вышку, спокойненько ушел. БКБ появилась у Войда, БКБ появилась у Эймера. Эймер, естественно, тоже сейчас сделал довольно хороший выбор. И я бы Медузе посоветовал тоже собрать БКБ. Возможно, после скади как раз-таки Медуза и будет себе фармить БКБ. Иначе... иначе Медуза будет умирать. Да, конечно, если заинициируют Тим Тинкер, улетит Айс Бласт, улетит Тайт Хантер с ревейджем, потом со вторым ревейджем Стоун Гейс пойдет, и там всех просто расторобанит, и Фистайм, и Эмбер, всем там по 4 крита выдаст каждому. Это, понятное дело, Альянс умрут. Это где-то за гранью фантастики. Так, пока что у нас стоит пауза, ребят, я сильно буквально несколько секунд свернусь, как раз таки посмотрю, что там вообще происходит с ВПСом. Это очень интересно, пишет, то, что Potato это EGM. Если это так, я сейчас пойду в межигр после первой карты. Действительно, посмотрю новость, прочитаю, так как я все-таки думал, что это стендин. Ну хорошо, EGM так EGM, отлично. Паузы, 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 Никуа. Дружище, куда ты делся? Так, может, и инвокер еще это кто-то там? Все у нас сейчас любители менять никнеймы и не вступают, естественно, в составы. Да, EGM сейчас играет против Team Tinker на Войде. Так, а Джейсон это Эрайс. Все-таки Джейсон это у нас Эрайс сейчас. Все, теперь мне точно все понятно с составами Team Tinker и Alliance. Потрясающе иметь никнеймы в лобби. Какие-то очень долгие паузы уже. Ну, ладно, подождем мы, в принципе, естественно, инвокера. Нам больше ничего не остается делать. У инвокера агоним. А вот это вот не очень хорошая вещь. Хотя 18 уровень, действительно, и мидас здесь был, и маны хватает на прокаст. Но... как по мне, лучше все-таки какой-то... сейчас зуб БКБ. Нузы, кстати. И будет скади.
Золото по-прежнему в районе 4000 у Alliance. И по-прежнему Койква топовый по нетворцу, 19000. Ну, на самом деле, да, там 309 крипов, и Медуза выфармливает всю карту. Синг-синг 13. Синг-синг боевой синг-синг. Синг-синг вообще с даггером у нас Эмбер. Но вместе с аппаратом заезжает довольно неплохо. То есть, если есть бласт, ты просто блинкаешься, всех там вяжешь. Или Эмбер колокольчиками не попадает свистов. Вот здесь два варианта. Я решил просто с даггера колокольчиками подать, а не свистов. Ой-ой-ой. Нет у нас Венвокера. Лода пишет, надеюсь, это нормальные обыкновенные интернет-проблемы. Но вот скоро мы узнаем, что это за проблемы. Инвокера пока что у нас нет. И я думаю, Лода побыстрее напишет. Да, спрашиваю я сейчас в чате про FPS. Кто-то говорит норм, кто-то нет. Да, начался спам по поводу EGM-а в Alliance. Ой-ой-ой, отлично, вернулся сейчас Никва, потрясающе, я очень этому рад, и то, что мы не будем больше ждать. Отлично, действительно, это было обыкновенно, какие-то, наверное, интернет-проблемы. Вернулся, и должна в скором времени отжиматься у нас пауза. Не, что ты на финалы едешь, не, что мама на Украину не отпустит. Да нет, я лечу на финал, все нормально. Так, а сейчас Team Tinker ставит паузу. Все посмеялись. Она сказала, что это потрясающая шутка. И продолжается карта. 1000 золота еще одна накопилась у Огра. Есть еще один кусочек Аганима. Да, Огр, конечно, герой очень сильный. Да и в лейте, в принципе, он там своими станами выдает стан. Лишним не бывает. Дорошана у нас... где-то, наверное, минутки 3. Может, чуть поменьше. Так, Койква пошел фармить сейчас нижнюю линию. Ветра. 25-километровый. Ветра. 25-километровый. Медуза просто заходит в леса, естественно, кастует отсюда телепорт. Не хотят подставляться Team Tinker. Просто не хотят. Alliance пока что сильнее в драках, это понятное дело. И тролль сейчас очень сильный, и Войд уже бьет довольно неслабо. А Team Tinker будут ждать второго ревейджа. Team Tinker будут ждать фармящего Эмбер Спирита. 600-го минут. Синг-синг. Огромная рыба. Минус Синг-Синг. Лода здесь его постоянно преследовал в инвизе. И, в принципе, Майнац шел по стопам Лоды. Хекс, палец, стан. Хорошо, появился Рошан. ЕГМ зашел на Рошана.
И ребята начинают разбираться сейчас с Рошаном. Отвели, естественно, Рошанчика от Реминанта Эмбера. Айсбласт не попал. Там Полоди немножко задел. Скади у Медузы. Лода забирает Аегис. Все очень хорошо у ребят. Аки здесь баночку подобрал. Так, Джейсон все фармит, фармит, фармит и фармит. На самом деле нужно идти, по-моему, дефить уже базу свою. Альянс, 5000 золота преимущество есть. На 5000 36 минута, это действительно копейки на всю команду. Ну и Тим Тинкер, я так понимаю, сейчас просто будут пушить все линии абсолютно этой Медузой и Эмбером. И возвращаться обратно. Ну да, Альянсам будет довольно трудно идти. Тут сейчас, скорее всего, на тир 2 отправятся. Потому что здесь 4 ренжовых крипа и коляска. И Тавр падает очень быстро. Лода пришел дефить. Здесь пока что все Альянсы находятся. И как туда прибежит Лода, мне непонятно. Джейсон просел, хроносферка хорошо пошла, койку пытаются пробить, ребята, ману Майнат сосать не вышло, Ревидж хорошо, Аки, Аки погиб, Аки просто уже оставили там помирать, койку еще жив, минус 3, потрясающе сейчас Тим Тинкер все сделали, не хватило дэмэджа Alliance, и Медуза даже без Стонгейза забилась в уголочек просто и отстреливаться, отстреливаться как можно быстрее. Да, старался сейчас и Леон, естественно, там как-то манодрейном слить ману Медузе. И, в принципе-то, дэмэджа хватало. Мистик Флэр, Сайленс, Орчит, там огромнейшее количество. И дэмэджа было, и всего остального, и Сайленса. Лода разобрался здесь с Инштабарейшеном. Синг-синг. В погоню за Лодой. Отлично. Джейсон также его нашел. Лода прожал просто кнопку. Говорит, я тебе топоров на всю жизнь накидаю. И Лоду обманули. Лоду сейчас просто обманули. Так, погоня за инвокером. Здесь есть гем. Стонгейс. Просто так. Но, в принципе, имеется скади. Поэтому Нику пробивает очень сильно. Хорошо. ЕМП. Но, а дальше, естественно, ничего абсолютно инвокер сделать не сможет. Ждал блинкдаггер. Гемогра. Лода прыгнул на бульбу. Бьет его койква. В принципе, без разницы вообще Лоде. Здесь не гем. С мистик флэром. Да, очень быстро разобрались все-таки с Медузой. Медуза была без стангейза, без поддержки. Отправляется сейчас в таверну. Есть байбек, если что. И Alliance пытается убить всю команду Team Tinker. Так, сейчас встретят здесь Джейсона. Хорошо, хроносферку. Прыгнул Майнац, говорит, дружище, ты что делаешь? Так, ну ассистик Майнац получил. Все норм. Он уже прекрасно понимал, что Стейтхантер умрет. Все равно его там хиксанул. Ревейджа-то не было, и должны были знать это Альянс. Так, зашли на хайграунд. 40 секунд. Нет Медузы. Медуза байбек. Медуза байбекнулась. Эмбер пытается фистами здесь, ребят, как-то прогнать. Ну, батл тренс. Есть Стонгейс, если что. Вылетели Альянс. Айсбласт не туда. Хорошо, связали Аки. ИГМ. Прожал мгновенно. БКБ. Но все равно, в принципе-то, умирает сейчас. Да, отправляется ИГМ в таверну. Ой-ой-ой, что за потная карта. 40 минут, 12-14. Но драк-то, в принципе, хватает. И довольно интересная игра происходит. Постоянно графики скачут. Постоянно что-то ломается, что-то пушится. Как-то передвигаются обе команды. Смоки.
Эрайс, Синг-Синг, Бульба. Куда-то по нижней линии. Будут сейчас ловить здесь какого-то фармилу, я так понимаю, кто это все будет нас отпушивать. Хотя здесь находятся три героя. Да, решили все-таки поймать просто Леона, который ходил и спокойненько фармил лес. Ревидж. А лодит, в принципе, без разницы. И улетает сейчас на Реминант Эмбер. Хорошо. Драка продолжается. Минус Тайтхантер. Тайтхантер потратил Ревидж в одного Леона, которого просто не будет 40 секунд. Майнат сейчас своей смертью выиграл, по-моему, сторону для Альянс. Потому что Ревейджа нет 130 секунд, и могут Альянс идти по мидлейну. Опять же, все всаживать в Медузу, БКБ скоро откатится. Да, там 30 секунд буквально осталось. Тролль прилетает к своим тиммейтам. Хорошо, Альянс. Заходит на бараке. Койква. Мистик Снейк. Айсбласт. Потрясающий айсбласт. Сейчас влетит. Нужно сжать БКБ. Нужно сжать БКБ. Потейта просто включил купол. Просто поставил купол на барак. Сломал барак. Лода. Огромнейшие проблемы. До БКБ 2 секунды. Не хватило лоды. Отправили его в таверну. Здравствуй, Синг-Синг. Прикольно летаешь. Time is money. Так, ну оранжевый барак упал, и была воля ЕГМа ломать барак в хроносфере. Ну, Медузу довольно трудно было бы убить. Медуза, есть талисман ворота, здесь уже, естественно, тролль подсобрал себе МКБ. Посмотрим, чем займется Войд сейчас. Так, Войд захотел заапгрейдить уже молнии до победного. тысячи нетворса. По-прежнему Койква на первом месте по золоту. Рефрешер появился у Тайтхантера. Теперь Тайтхантер может тратить Ревидж и в Леона, и любых других героев. Но желательно оставить, естественно, на драку, на какую-то глобальную. И просто выиграть файт. Если сейчас Team Tinker выиграет файт, начнут, понятное дело, выигрывать Дайер в этой карте. Опять же Лода пишет то, что опять дисконнект, опять какие-то проблемы у Нико. Как раз таки там посмотрю все чаты, что мне кто что еще написал. White to Sexy, Ancient Operation. Да, это я тоже уже прочитал, просто забыл немножечко вообще о нем упомянуть. Так, ну что ж, посмотрим, сколько в этот раз мы подождем инвокера. Первая карта, 43 минуты, 13-16. Европейская дота. Да, действительно, счета очень маленькие, но есть на что посмотреть. И, кстати, у нас будет огромнейшее количество Азии, просто нереальное количество Азии послезавтра. Послезавтра начинается Азия, послезавтра также начинаются финалы европейских квалификаций. Европейская квалификация будет у нас еще 2 дня, помимо сегодняшнего. Сегодня 4 БО-3, завтра 4 БО-3 и послезавтра 1 БО-3, 1 БО-5.
Ну и азиатская квалификация. Нереальное количество команд, нереальное количество игр. И на все каналы Star Ladder, там на 5 или на 4, на 5, по-моему, все-таки каналов будем стримить, да, если мы будем все впятером, кроме первого дня, потому что надо будет еще закрывать Европу. По 5 BO3, насколько я знаю, или, может быть, чуть поменьше, ну, что-то в районе этого, в районе, если на 5 BO3, на каждом канале, каждый день, то есть игр просто колоссальное количество. Да, конечно, не совсем я понимаю организаторов этого турнира, зачем делать столь много игр, как у нас, в принципе, за сезон. Они делают за 5 дней. Ну да ладно. Отлично, реконнектился сейчас инвокер, и должна продолжаться карта. Ждем, пока отожмут паузу. Хорошо, обе команды готовы. Нажимается пауза. Эмбер, кстати, 2300 с копеечками имеет. И, в принципе, все ближе и ближе к ритам. Будет Дайдалус. Будет поинтереснее, конечно, Эмбер смотреться. Так, Альянс. Опять же, по нижней линии. То в мидлейн, то по нижней линии. Очень часто, кстати, снизу ходили Альянс. Ничего здесь интересного не сделали, кроме того, как сломали Т2. Нико. Блинканулся, пытался, не знаю, забайтить, что ли, на себя или что-то в этом роде. И отходит Альянс. Просто отходит. Понимая то, что есть ревейдж. Скорее всего, даже понимая то, что есть два ревейджа. Теперь и для Альянс драться не лучшее решение. Так, стягивается в мид. А пойдут ли Team Tinker? Вот еще в чем вопрос. Пойдут ли сами Team Tinker? Да они-то могут, и у них есть Ancient Operation с Аганимом. У них есть с Аганимом Огр. Есть куча станов, есть куча силы, есть Койква там запакованный неплохо. Да, Эмбер, конечно, слабоват. Но Эмбер-то и не фармил. Эмбер дрался, какой-то спейс создавал для Медузы постоянно. Самое главное, есть Райс с двумя рефрешерами. Купил себе нулик, понимает, что маны, скорее всего, просто не хватит ему. Так, на Т2 зашел сейчас Лода, сломал последнюю тир-2 вышку, клиф ребята поставили. Ой-ой-ой, неужели Team Tinker будут это дефить? Нет, вышку никто не дефит, вышка падает. И в смоках пока что Team Tinker выходит. Нашли здесь вожака волков. Пытается волк бежать. Бежать как можно дальше. Волк. Нет. Погибает. Совсем скоро появится Рошан. Пытались Team Tinker быстренько выйти и забрить себе Егис с сыром, но не вышло. Просто потеряли тир 2 таур, просто прожали глиф. Глиф еще нет, естественно, 4 минуты. Так, в смоках, Альянс. Интересный достаточно выход. Прыжок. Войд. Прыжок. Купол в одного Ancient Operation. Довольно-таки плохо. Драка. Майнац пытается что-то сделать. Койква. Хорошо настреливать по лоде. Лода. Лоду можно убивать. Ревейдж. Лода успел прожать кнопку. Ой-ой, Джейсон просто закатился обратно и уходит Альянс. Развели на ревейдж, убили Ancient Operation. Майнац, отлично, ушел тоже с даггера. Ветра на развороте. Альянс все живые, Альянс все живые. Да, нажали БКБ, но БКБ там уже 5-секундные у всех. Только у Войда, естественно, 7-секундные. У Лоды, Лоды вообще без разницы. Лода жмет в любой непонятной ситуации эту кнопку.
Да, и Райс, конечно, поздновато влетел. Нужно было влетать сразу в тролля. Баттерфляй появился у Медузы. Есть Рошан. Стонгейс через 30 секунд будет всего лишь. Так, Альянс тоже сейчас стягивается на Рошана. Просветили Рошана, увидели здесь Койкву, увидели Синг-Синга. Дело в том, то, что Койкве деваться в принципе некуда. Лода зашел, запрыгнул даже. ЕГМ пытается как-то пробить. Джейсон, хороший ревэдж, кстати, сверху. Убивает ЕГМа. Лода. Лода пытается драться сейчас с Койквой. Койква без маны абсолютно. Нужно уходить. Но здесь Синг-Синг с бульбой. И Койквы как больно настрелял. Два байбека. Погоня. Погоня за инвокером. Инвокер практически уже одной ногой в могиле. Блинк аут. Хорошо. Инвокер ушел. Байбекнулись Альянс. Потейта. Есть хроносфера. Прыгнул. Просто ручками сейчас разобрался здесь с аппаратом. Пытаются также убить там Джейсона. Но Аегис поднял Эмбер. Эмбер потерял Аегис. Койква. Койква с фул маной. Абсолютно неважно вообще сейчас Койкве, что происходит. Без байбека находится Войд. Леон тоже у нас умирает. Синг-синг. Аки. Аки. Очень зря, конечно, прокастовал Эмбер здесь в колокольчике. Ну и Нику уходит на там 300 хп буквально. Отвратительный драк в исполнении Альянс. Просто не нужный файт в исполнении Альянс. Не нужны байбеки. Можно было спокойненько отдавать Рошана. В любом случае, Аегис забрал Эмбер, сыр. Ну, там, не знаю, тоже, наверное, кто-то съел. Да, нет сыра ни у кого. Или сломали сыр. Айсбласт. А где Айсбласт? Все, что-то прилетел уже куда-то. Наш, что-то не совсем заметил, куда полетел у нас Айсбласт. Минус лишь топорейшн. Ну, Лода просто как семечки уже действительно раскалывает этого аппарата. Ему 0.5. Да, в принципе, не важно, на самом деле. Аппарат 13 уровень. Лода там порычал на него, немножко побил. И отправляется он быстренько у нас в таверну. Так, Скади для Синг-Синга. Хорошо. Синг-Синга есть Скади. Но пока что оставляет себе на байбек. Нужно немножко подфармить. 50 минут. Альянс Тим Тинкер. Первая карта из трех возможных. У тролля тоже нет байбека. У Леона нет байбека. У Вайда нет байбека. И сейчас Альянсом я бы не советовал, конечно, умирать. Да, стоят тир 2 тура. Все у Альянс имеется. Да и, в принципе, ошибиться еще раз можно. То есть базу им не сломает. Но вот вопрос, сломают ли потом Альянс после очередной ошибки, когда уже огромное преимущество будет для Team Tinker. Кстати, вот с 5000 как раз таки упало сейчас до 4 в пользу ТТ. Skywrath Mage. 2500. Ничего полезного у Skywrath нету, кроме, естественно, гема. Ну, форстаф имеется. Да, заходите, Альянс просто невозможно. Медуза, Эмбер и Тайтхантер. Медуза, Эмбер, Тайтхантер, еще и аппарат есть вдобавок, который постоянно может там айсбластами откидываться. Ну просто невозможно Альянсом зайти. Нужно как-то вылавливать на наглости Тим Тинкер, но, как вы видите, стоят они просто на базе.
Так, куда-то двинулись сейчас. Синг-синг. Спокойненько здесь фармит. Реминанта. Реминант есть. Да, есть реминант на базе. Ну и опять же, слишком аккуратный Тим Тинкер. Альянс просто сами тоже ушли, фармят свой лесочек, ничего толкового не делают. 5000 есть у тролля сейчас на руках, там 4700. Ультимейтор появился. Койква под блудластом. Медуза 0.37. Скорость атаки. Да. Конечно, убивать такую медузу довольно трудно. Койква еще себе МКБ просто тарит. Есть уже у него МКБ. Потрясающе. Фулл запак у медузы. 53-я минута. Ну вот сейчас как раз таки начнется самое интересное. Ну, возможно, самое интересное начнется, когда вместо тапка уже какая-нибудь рапира просто пойдет у медузы. Койку зацепили. Палец, сайленс. Ой, огромные проблемы сейчас у Синг-Синга. Койку говорю. У Синг-Синга, конечно же, были огромные проблемы. Синг-Синг просто прожал БКБ, вернулся на реминант и... Эмбер жив. Эмбер жив. Это самое главное. Если бы Эмбер умирал, пришлось бы байбекаться, понятное дело. Не хватает прокаста Альянс, чтобы забрить Эмбера. Вроде бы и палец уже, и мистик... Нет, мистик Флэра не было. Куча сайленсов, и Войд бил, да и все били этого Эмбера, что-то как-то не удалось. Так, хорошо, медузы появились, травела. Тим Тинкер, выход. Смоки в пятером прожали, на верхнюю линию, все-таки Тим Тинкер решили драться. Да, Койква запакован, шестислотовая медуза, драться нужно, то чтобы можно. Блинкаут Майнац. Здесь инвокер на ветра. Поднял бульбу. ЕМП поставил, но, по-моему, это просто так. Сейчас прокаст. Лоба, хорошо, бульбу убить. Убить бульбу пока что в хексе. Бульба прожал, гост пытается хоть что-то сделать. Гост кончается. Блин, хороший ревич. Ревич от Джейсона, айсбласт также влетает. ИГМ добивает все-таки бульбу, но здесь уже даблкил, уже нет тролля, тролль без байбека. Джейсон еле-еле жив. Убегает, естественно, инвокер. Ну и также в безопасности вроде бы Faceless Void. Ну вот она драка, и кстати это был только один ревейдж, второй ревейдж просто не стал давать райс. Хорошая драка в исполнении Тим Тинкер. Койква, пожалуйста, он гейс, говорит, я вам настреляю всем. Вот вас пять, я вам пятерым настреляю. Медуза сломала сейчас вышечку сверху, отправляется. За тауром в миде. Да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нашли там Войда, убили Войда. Войд, есть байбек. А вот у Лоды байбека нет. Лода с хиксом. Так, и заходит сейчас Тим Тинкер на хайграунд. Койква, синг-синг, наламывает, повыше. Койква решил выйти. Все равно немножечко без маны здесь остался. Так, ждут следующую партию крипов. Койква просто настреливает сейчас с лоу-граунда. Откидываются, откидываются Alliance, чем есть, но этого мало. Этого просто мало. Койква. Байбек. Хорошо. А дальше что сейчас будет? Айсбластик полетел. Падает по Майнацу. Довольно больно, на самом деле, Леону.
Зясульт. Так, ну что ж, 20 секунд до ревейджа. Рефрешер есть. Спилили вышку, решили Тим Тинкер дальше не наглеть. Байбек Войд сделал своего, ребята дождались, да тем более вышку забрали. И просто Тим Тинкер сейчас отошли. Койква. 3700 есть на руках. А рецепт есть? Да, есть уже рецепт на Дайдалос. Ревидж. Отлично, Джейсон. Второй Ревидж. Потрясающе все сейчас делают. Тим Тинкер. Айсбласт залетает. Богоподобен. Уже Синг Синг. Минус Войд. Без байбека. Войд 90 секунд его не будет. Минус три героя. Заходит на Рошанчика сейчас Тим Тинкер. Ой-ой-ой. Как же шикарно сейчас сыграл Эрайс. Великолепно все сейчас сделали Тим Тинкер. Сырный Рошан. Синг-Синг. Скорее всего, заберет Аегис. Можно уже выкладывать этот даггер. Нет, забирает бульба Аегис. Койква нервничает, видно. Отлично, вышку сломали. По нижней линии ребята пытаются хоть что-то здесь толкать. Лода. Иллюзий кинул на верхний лайн, но сломают, понятное дело, быстрее Эмбер с Медузы, чем тролль. Лода. Пошел просто сейчас наваливать по баракам. Кстати, барак-то как от Лоды отлетает. Здесь драка. Синг-Синг, Синг-Синга огроменишь. И проблемы, Синг-Синг, мертвый. У Синг-Синга есть байбек, 100 секунд пока что его не будет. Я говорил, нужно было выкидывать этот даггер. Лода ушел просто обратно, Синг-Синг байбекнулся со стороны. Ну, можно сказать, еще живая. Аки, проблемы. Инвокер отправляется в таверну, 220 золота до байбека. Немножечко не хватает Альянс, зря просто погнались. И сейчас... Возможно, из-за этого проиграли Альянс игру. Глиф, Лода, драться на мужика до конца. Есть байбек у Лоды? Есть у Лоды байбек. Лода байбекнулся. Синг-Синг. Без байбека отправляется сейчас в таверну. Бульба после Аегиса встал. Пытается что-то сделать. Прыгает здесь немножко, что-то как-то впитывает в себя урон. Койква в этот момент просто сломал все бараки. Койква настрелял там со Стонгейза. Хорошо. Аппарат практически мертв. И Лода без байбеков, наверное. Что делают Альянс? Почему бы просто не встать под фонтан, дождаться фул там регены и пойти дальше? Ох-ох-ох-ох-ох. Минус 5. Альянс никого нет живых. Байбеков также нету. Ни у одного героя Альянс. И начинает Тим Тинкер ломать сразу же трон. Тир 4 вышка упала. Глифа нет. Трон будет падать. ГГ. Первая карта за Тим Тинкер. Как все сейчас хорошо, конечно же, сделали здесь Альянс. Старались, что-то придумывали. И, в принципе, убили Синг-Синг, у которого нет байбека. Ну как можно идти на Медузу без БКБ, там, на Тайтхантера и так быстренько умирать? Ой-ой-ой. Тим Тинкер первую карту, повторюсь, еще раз выигрывают.